Благоустройство этого берега Данховки планировалось уже давно, но достаточный объем средств удалось заложить в городской бюджет именно на 2016 год. После долгой процедуры согласования работ со всеми инстанциями благоустройство началось. Работ оказалось много. Этот тихий район давно облюбовали асоциальные жители города, которые оставляют после себя горы мусора, сожженные деревья и даже мебель. О том, что уже сделано, журналистам рассказали в городской администрации. Удаление аварийных деревьев, удаление сухих деревьев, удаление дикорастущих кустарников, приведение в порядок рельефа местности, выравнивание рельефной местности. В кустах вывезли очень большое количество мусора, разного рода там остатков мебели там, и всего на свете. То есть это было на самом деле достаточно ужасно. Следующий этап работы – это завоз черной земли и посев газонной травы. Территория стала светлой, больше не будет здесь мест, где можно незаметно устраивать свалку. Также в администрации успокоили всех жителей. Никакой застройки на этом участке не планируется. Строительство там планируется только устройство газона и, возможно, если это рельеф месяц позволит, какое-то, значит, спортивное сооружение в виде ворот для игры в футбол, там, может быть, еще чего-то. Вот. И далее, сейчас мы продвигаемся уже в сторону берега, в сторону того места, которое находится со стороны дома номер 4 улицы Энергетиков. Также будет удалена из воды вся вот дикорастущая, переросшая сроки, скажем, деревья, удалены будут тополя, вот, какие-то виды там, вероятно, останутся, да, которые не портят место, то есть клены, вот. Ну и также будет благоустроена территория, где-то, если нужно будет подсыпать, подровнять, подровняем, пострижем травку, и людям будет летом приятно там отдыхать, приятно загорать. Все работы по благоустройству берега Данховки будут завершены в кратчайшие сроки. И этот летний сезон, который еще в самом разгаре, горожане смогут провести на обновленном пляже.